Добрый день! Я приветствую всех на канале 18 соток. И сегодня мы будем готовить очередной соус, который называется соус тетушки Берти. Для этого рецепта нам понадобится 1 столовая ложка сахара, 1,5 чайных ложки соли, 10 зубков чеснока, 2 чайных ложки прованских трав и 0,5 чайной ложки мускатного ореха, 1 помидор и 1 сладкий перец. 3 столовые ложки кетчупа, 250 мл воды, белый винный уксус, соевый соус, острый перец. У нас будет шоколадный хабанеро, фатали, хабанеро и 7-Pot Infinity. Теперь нам останется только порезать и измельчить острый перец, порезать сладкий перец. И измельчить чеснок. Измельчаем томат и все эти продукты помещаем в кастрюлю. Мы поместили все ингредиенты в кастрюлю, кроме соуса и уксуса. Так, доливаем сюда водички 250 мл. Ставим на огонь, доводим до кипения, прикручиваем и варим в течение 20 минут. Наш соус кипел 20 минут. Теперь мы выключаем газ и даем соусу остыть. Наш соус остыл. Такая вот масса получилась. Сейчас мы загрузим ее в блендер и все измельчим. Рецепт этого соуса был опубликован в 1975 году в одном из американских журналов. Его опубликовала женщина по имени Берта. Потому этот соус стали называть соус тетушки Берты. Итак, загружаем все в чашу и измельчаем. Мы измельчили полностью все ингредиенты. Вот у нас получился вот такой вот пастообразный соус. Смотрите, какая у него густота. Густой. Теперь сюда добавляем 100 мл соуса. Все перемешиваем. И ставим на медленный огонь. Доводим соус до кипения. Еще будем варить в течение 5 минут. У нас соус прокипел вместе с соевым соусом 5 минут. Теперь вливаем 100 мл уксуса и кипятим еще в течение 3 минут. Вливаем уксус. Такая вот густая консистенция у нас получилась. Этот рецепт рассчитан на 0,5 кг перца. Я вначале забыл сказать. И варим еще 3 минутки. Наш соус готов. Он получился вот такой вот густой. Вот такая вот красота. Этот соус очень и очень вкусный. Это самый любимый наш соус. Мы готовим его практически постоянно. Когда есть перец. У нас в семье не все любят очень острое. Часть соуса мы делаем слабо острых сортов, а я люблю более острые, не готовлю себе с острых сортов. Это очень и очень вкусный соус. Приготовьте себе такой соус, он вам обязательно понравится. Довольно популярный соус в Америке. Многие называют его по-разному. Настоящее его название — соус от тетушки Берти. Теперь остается только разлить стерилизованные бутылки и закатать.